wish. Надо убрать одного парня. Он раньше был наемником, да и сейчас держится неплохо. Но за такие деньги рискнуть стоит. Если нужно больше данных, проверь письмо. Жду вестей. Спасибо. Эй, куда? За вход деньги платят. А есть тут у вас VIP-комнаты? Ну, для приватных вечеринок. Есть, заказано для босса и его компании. Ну так может он и меня возьмет в компанию, а? Ты же деловой, ты тут не крути. Есть эти, заходи, нет, уматывай. Тихо, не вопрос, держи. Господи боже, ты это слышишь? Это же надругательство над слухом. О вкусах не спорят, Джонни. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что его хотят грохнуть, но его музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Далеко? Вход только для VIP-клиентов. 70% настоящего мяса с кровью. Бойня, пробуди свои инстинкты. Это VIP-зона.
Таблетки кончились. А? Что такое? Как дело идет? Да, к тебе обращаюсь. Где эта сволочь? Чего? Говорят, Маусер приказал долго жить. Это очень хорошо. Ну что ж, дело сделано. Так что твоему покорному слуге можно и гнить. Пока. Заказ на какую-то директоршу из биотехники. Заперлась в корпоративном отеле с кучей охраны, поэтому тут мне нужен профессионал. Я знаю, что ты у нас любишь трудности. Всю инфу отправил. Thank you.
Thank you.
Сдавайся! У тебя нет шансов сбежать! Прятаться тут негде, так что вылезай! Угроз не обнаружено. Где-то здесь! Пойди посмотри, что тут. Сведения разосланы.
Повторяю, код 0 в этом районе. Всем патрулям вернуться на маршрут. Найт-Сити тоже существует равновесие. Без него мы бы тут давно все перегрызлись. Корпораты, банды, наемники, все. Фиксеры как раз нужны, чтобы его обеспечивать. Когда одна сторона становится слишком сильной, мы незаметно помогаем другой. Получается, благодаря равновесию у нас всегда есть работа. Хотя я что-то заболталась. Это к тому, что пора слегка вмешаться. Посмотри мое письмо.
целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до второго. Старайтесь. Мы будем дальше держать вас в курсе развития. Всем патрульным нарядам. Нужно подкрепление в городской центр. Вас понял, едем. Можно. Какие планы на вечер, диспетчер? Меня слышно? Блин, как всегда.
Мы искусственно делаем. Что, прости? Его приняли?
это живот! Звоню клиенту. Скажу, что мы нашли материал на мисс Коул. До связи. Слушай, я закрою заказ, но в этот раз ошибся.